Здравствуйте, уважаемые зрители, сегодня расскажу о том, что Лазарев повторно унизил Ани Лорак связью с Гагариной. Артист безжалостно играет с чувствами близкой подруги. Уже не первый месяц возможный тайный союз Сергея Лазарева и его подруги Ани Лорак тревожит сердца многих их поклонников. Есть версия о том, что-нибудь у певицы новых отношений с Лазаревым, она бы могла простить измену Мурата Налчаджиоглу хотя бы ради их общей дочери Софии. Ведь турецкий бизнесмен далеко не в первый раз спит с другими, и Ани Лорак об этом отлично знала. На самом деле, измена турка могла быть только поводом развестись и начать открыто встречаться с Лазаревым, но последний неожиданно бросил певицу из-за Евровидения. Более того, Лазарев повторно унизил Ани Лорак связью с Полиной Гагариной, с которой якобы случайно встретился в аэропорту, но эта случайность кажется уж слишком подозрительной. Спустя несколько часов после поста Лазарева, где он стоит в обнимку с Гагариной, Ани Лорак опубликовала свое фото с загадочной подписью «Под прицелом вашей любви». По Лорак видно, что она действительно тяжело переживает разрыв с Лазаревым, считают ее поклонники и всячески пытаются ее ободрить и поддержать. Совсем недавно Ани Лорак официально развелась с неверным мужем-турком. Для поклонников артистки это стало радостной новостью. Ведь теперь, уверены фанаты, певице ничто не мешает воссоединиться с любимым человеком, коллегой Сергеем Лазаревым, с которым Каролина в последнее время довольно часто проводила время. Пронеслись слухи, что Лазарев уже сделал предложение певице и даже назначил дату свадьбы, которая должна состояться в середине марта. Однако поклонникам артистов не стоит преждевременно радоваться, ведь сегодняшняя новость может говорить о том, что Лазарев просто-напросто использовал Лорак в своих целях. Недавно официально стало известно, что Сергей Лазарев представит Россию на Евровидении 2019, которое состоится через несколько месяцев в городе Тель-Авив. Певец принимал участие в конкурсе два года назад, однако ему удалось подняться лишь к третьему месту. Судя по всему, победа коллеги Димы Билана на конкурсе в 2008 году не давала покоя Лазареву, поэтому он решил снова вернуться, чтобы стать первым. Интересно, что номер певцу готовит сам Филипп Киркоров, который якобы также является и соавтором конкурсной композиции, которую вскоре презентует Лазарев. Стоит отметить, что Киркоров неоднократно помогал участникам Евровидения и финансово, и морально. Три года назад король российской эстрады стал спонсором Сергея Лазарева, однако после шоу между ними возникли разногласия, которые долго обсуждали СМИ. Известно, что Киркоров трепетно относится к Ани Лорак, артист долгие годы поддерживает дружбу с певицей. Не исключено, что Лазарев сблизился с Каролиной, чтобы сдружиться с Филиппом Бедросовичем и таким образом пробиться на Евровидение. Сергей не один раз был замечен в компании Лорак именно в то время, когда с ней был и Киркоров. Вполне возможно, артист наладил отношения с поп-королем еще раньше, а встречу с Каролиной использовал лишь для того, чтобы втайне обговорить с Киркоровым все подробности предстоящего конкурса. Судя по всему, свадьбы не будет. Лазарев уже добился того, чего хотел, поэтому Лорак ему больше не нужна. А ведь еще недавно Лазарев писал в своем инстаграме: «Каролина. Очень сложно в мире шоу-бизнеса найти родственную душу. Я нашел тебя. Очень тебя люблю и ценю». Как много пересечений судьбы, иногда даже становится страшно. Начиная с утренней звезды. Я верю, что все в жизни не случайно. Я тебе желаю счастья, любви, удовлетворения и восторга от музыки, карьеры, зрителя. Пусть Сонечка растет и радует тебя своими успехами. И пусть не иссякает в тебе твой драйв, желание жить, творить и радовать твою многомиллионную аудиторию. Целую. Я всегда рядом, заключил Сергей Лазарев в своем инстаграм. Мин жду тем, Ани Лорак расставила все точки над «и», заявив журналистам, что не сможет простить того, кто предал ее. Скорее всего, певица все-таки решила высказаться по поводу неверного мужа.
чтобы акцентировать внимание общественности именно на том, что причиной раскола брака стали измены супруга. Возможно, таким образом Лорак решила скрыть истинную причину ухода от Мурата. Исполнительница рассталась с мужем из-за любви к своему коллеге, певцу Сергею Лазареву, с которым она проводит все больше времени. Оказывается, дело не в изменах. Неверность возлюбленного стала для артистки удачной возможностью начать новые отношения с давно любимым человеком. О возможном романе Лорак и Лазарева говорят фотографии в социальных сетях. Недавно на странице Лазарева появилось неоднозначное совместное фото с Каролиной. Подписью к снимку смайлик в виде сердечка, сам артист намекнул, что между ними больше, чем дружба и сотрудничество. Пользователи уверены, что Лазарев давно мечтал занять место Мурата. Многие считают, что Сергей и они очень подходят друг другу. Об искренности чувств артистов говорят и другие фотографии. Более ранее, на каждом снимке Лазарев нежно обнимает Каролину вовсе не по-дружески. Даже на кадрах с совместных выступлений между ними чувствуется любовное притяжение. Дорогие друзья, большое спасибо за просмотр этого видео. Напишите, пожалуйста, в комментариях свое мнение и расскажите своим друзьям об увиденном. Ждем вас на следующих премьерах. Всем счастья и здоровья! Thank you.